В ночные часы подразделения вооруженных сил Армении с позиции в направлении населенного пункта Зиаркент Басаркечарского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кербяджарского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна. Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений. Информацию распространили Министерство обороны.